Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Но у нас закончился турнир, как ты видишь. Я все-таки выбился в Лигу Мастеров 3 звезды и там сохранился. И у нас Рафаэль 50 ДНК. Так, вот самое главное. Самое главное, для чего все это делается. Ребята, и... Так, хотел сказать, разыгрывается Шреддер, нет. У нас разыгрывается на этой неделе не Шреддер, а сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим и дам вам совет. Турнирная арена разыгрывается Леонардо. Ну что скажу, наверное, это один из первых бойцов, по-моему, который у меня перешел. Я вот не помню, или Леонардо, или Рафаэль у меня перешел сразу же в платиновый ранг. Не помню, честно, подзабыл. Но Леонардо очень хорош, потому что он часто выпадает, часто его, как говорится, можно получить и, соответственно, быстрее всего прокачать. С его массовой атакой, если до 7 ступени прокачать, будет очень круто. На испыталке моя любимая черепашья буря и клан Фуд. Это платиновая уже идет. Борцы с преступностью, друзья мои, я вам рекомендую проходить, потому что здесь есть Пит, здесь есть Роквелл, здесь есть Кожеголовый, ну и Слэш. Ну, я бы, наверное, все-таки выделил бы из вот этих всех именно Кожеголового. Слэш, как вы видели, он не настолько силен и не настолько хорош, несмотря на то, что у него есть массовая атака. Все-таки Кожеголовый в разы, мне кажется, сильнее. Причем у него еще есть и провокация, что немаловажно. Ну, ребята, а мы приступаем, наверное, к бусту. Я не знаю, получится ли буст, потому что я задержался на час. То есть в данный момент у меня 4 часа дня. И посмотрим, какой результат у нас будет на старте. То есть, куда мы попадем. Обычно мы доходим до лиги сёгунов 3 звезды. Обычно у нас так происходит. Раньше мы, бывало такое, что попадали в Лигу Мастеров 1 звезда. Это, правда, считанные, ребята, разы было. Но это было. И это было возможно. Опять же, как поведет себя игра. Если она будет давать нам очень много кубков и будет повышать нас каждый раз по уровню, то есть начинаем мы 11-11, потом 11-12 и так далее, так далее. То есть каждый раз прибавлять по одному кубку, то это реально. Это реально попасть в Лигу Мастеров 1 звезда без применения откатов и тому подобное. То есть своими, так сказать, силами. И если же она этого делать не будет, что чаще всего и происходит, то, конечно же, Лига Сёгунов 3 звезды, это однозначно. Но если она вообще заговнится, то тогда Лига Сёгунов 2 звездочки. Это максимальное, что может у нас получиться. Но мы, как говорится, будем надеяться на лучшее, а худшее, как говорится, само придет. Раз, два, три, четыре. Так, у нас уже 4 бойца. Естественно, чем быстрее у нас появится 5 бойцов, тем больше мы будем зарабатывать кубков, тем быстрее мы будем продвигаться по арене. Так, давай, майки. Упс, не вышел фокус. Кстати, вот этот Леонардо видение тоже очень хороший, ребята. Почему? Объясняю, у него 2 массовые атаки. Первая — град стрел. Да, урон, конечно, не очень мощный, но массовая такая. И вторая, которая более мощнее, причем с положительным эффектом для нас, с отрицательным для противника, то, что мы можем запретить противнику хиляться. Мы блокируем хил на всех врагов. Единственное, что, чтобы там не было Микеланджело, который может снять всякие дебафы. Поэтому я считаю, что Леонардо Видение, наверное, достоин перейти, как по мне, в платиновый ранг в следующем разе. А что ты думаешь, напиши об этом в комментарии. Ну, а мы продолжаем, ребята. Естественно, здесь все у нас проходит изумительно. И так будет довольно долго. Так, мы уже в элитку перешли. Но элитка и 91-я позиция говорит нам об одном, что... со следующего поединка мы с тобой никуда не перепрыгнем, к сожалению. Я бы и хотел бы, но, видишь, они мне этого не позволят. Кстати, я не посмотрел, сколько я кубка взял. Ё-моё, я прозевакал, ребята, вспышку-то. Сколько кубков-то там было? Чё-то я прозевал эту вспышку, заговорился и... По-моему, там 13-15 было, да?
Вау! Почти сотку, ребята, почти сотку мы перепрыгнули, это хорошо. Но вот теперь, да, теперь, наверное, будет проблема. Так, ладно, ищем 13-16. Шанс вообще практически, наверное, нереальный. Есть, я нашел, ребята. Ну, я тебе сразу скажу, что здесь вряд ли мы перепрыгнем с тобой на целый левел. Это вряд ли. Не, ну если, конечно, какое-то чудо снизойдет, то возможно. Если бы здесь еще зависело бы от того, ну, прибавка кубков, чем быстрее ты уничтожаешь противника, да? Как говорится, чем меньше ты делаешь манипуляции, тем, как говорится, больше получаешь бонусов. Но здесь такая штука не работает. Здесь все идет стандартно. То есть независимо, уничтожил ты быстро, уничтожаешь ты их медленно, ты получаешь один исход. Твои кубки просто умножаются на определенное количество. И смотрим. Да, ребята, я про это вам говорил, что здесь мы не перепрыгнем. Да, на следующем поединке, конечно, перепрыгнем. Но найти 13... Опа! Нашел. Они мне не дадут здесь 14-17, потому что, ребята, мы не перешли с тобой в следующий ранг. Бывает даже, что ты переходишь, все равно не дают. С чем это связано, не знаю. Вот этого я не могу тебе сказать вообще, потому что, ну, игра полна сюрпризов. Сколько бы я в нее не играл, до конца я ее понять так и не могу. Давай, наверное, здесь попробуем Лео шваркнуть. Как бы он мне здесь не нужен, хил лишний. Так, Донателло, теперь Майки и, соответственно, Рокстеди. Все прекрасно и смотрим. Ну, сейчас мы перейдем, да, мы перейдем в Лигу Самураев. Одна звезда и позиция у нас 51-я, то есть... Подожди, давай-ка мне 14-17, уже хорош тут выпендриваться. Вот, спасибо. 41-й, 39-й ранг, у нас 57-й. Единственное, что наши вот эти бойцы не очень сильно прокачанные по сравнению с ним. Но на 37-м ранге он тоже особо, ребята, не прокачан на самом деле. Нет у него прокачанных скиллов, потому что на 37-м уровне они... Ау, я ошибся, ребята, я хотел сделать не это. Я хотел сделать огненную волну. Но, как видишь, немножко ошибся клеточкой и нажал не туда. Ну что... Ха-ха, Бибоп, хорош, успокойся. Иммунку, он себе повесил иммунку. Он думает, что я буду сейчас какими-то заклинаниями пользоваться. Нет, конечно, друзья мои. Тут чисто физурон идет. Поэтому то, что он там сделал, бесполезно. И вот мы уже в самураях 2 звезды, позиция 85. 85 говорит об одном, ребята, об следующем, что мы не перейдем сейчас на следующий ранг. Слишком много нам нужно. Оу, Рэй, ну куда ты? Ну твою налево, ну 14-18 же был. Ну вот все. Нет, нашел. Нашел, ребята. Слушай, ну я тебе скажу, мы пока один раунд сфейлили. Ну как понять, сфейлили? Я к тому, что один раунд сыграли с одинаковым количеством кубков. Ну на самом деле это тоже очень сильно зависит наше продвижение. Даже один раунд. Казалось бы, а что там один раунд? А вот всегда так, ребята, его обычно и не хватает. Так, ну что, 20-е где-то, да? 25-е. 25-я позиция, 14-18. Ну, вряд ли. Вот, ребята, второй раз мы идем с одинаковыми количеством кубков. То есть, минус 2 уровня. Минус 2 уровня, то есть... Ну, уже нам Лига Мастеров не светит, ребят. Просто не светит. Как бы я тут уже не старался. Так, Слэш, молодец. Хотя, по идее, вот если сравнить с Кожеголовым, у Слэша такая булава в руках. Он должен, ребят, я не знаю, там просто на изи пробиваться. Так, 14-18, а нам бы получить бы... Вот что я хочу. 15-19, и сразу, друзья мои, ранг у врагов сразу повышается до 50-го ранга. Автоматически. Ну, у него был там 46-47, но он бы еще, если бы мы сейчас с тобой бы взяли бы чуть-чуть послабее бы, у нас бы остался бы, ну, 40-й уровень противников, 45-46. Только мы повышаемся чуть-чуть, все, они сразу же становятся сильнее. Да.
Да-да-да-да-да, вот беда пошла, ребят. Пошла беда. Мы не... Уже третий, друзья мои, раунд с одинаковым количеством кубков мы проходим. И, как ты видишь, уже 70 уровни у меня выступают. А мы еще с тобой в Лиге Самураев. Да, сейчас мы, конечно, попнем в Лигу Сёгунов. Это только будет одна звезда, но тут уже все, ребят, шанс упущен. Да, и вряд ли мы уже, наверное, когда-нибудь сможем своими силами на бусте пробежать до Лиги Мастеров одна звезда при начальной заходке. Вот, дают нам 15-20. Тут у нас 70-ники. Ребят, уже можно, в принципе, никого тут не разделять. Уже берем по порядку, потому что, ну, 70-ники — это уже полуимбовые бойцы. Они уже сами за себя тут могут постоять. Им не нужна никакая поддержка, вспомогаловка, какая-то подстраховка или еще что-нибудь. Ну, я имею в виду именно на полтинниках против таких вот бойцов. Если бы у нас были бы 70-ники, конечно, бы пришлось... Ну, пришлось бы нам с тобой что-то другое придумать. Ага. Ну что, все меньше и меньше и меньше. Я хочу посмотреть, дадут ли мне, например, 16-21. Это маловероятно, но... Но можно попытаться. Даже не 16-21, а 16-20. Хотя бы так. Или 15-20. Но нет, 15-20 было. Было, ребят, 15-20. Но я почему-то думал, что будет 16-20. Ладно. Придется брать, что дают. Ну, опять же, ребята, 80-ники — это уже ближе к МБ. Правда, из этих 80-ников Джастин на своем уровне, на 80-м, ну, он вата. Я не буду, ребята, его, как говорится, восхвалять. Даже Крысиный Король, по моему мнению, будет лучше, чем Джастин. Вы уж извините, если кто-то там болеет за Джастин, но Крысиный Король все равно, ребят, мне кажется, круче, несмотря на то, что он имеет 70-й уровень, в отличие от Джастина. Ну вот у нас и Лига Сёгунов, две звездочки. Так, поехали. Мы... 16-20. Сразу перепрыгнули на 16-21. Хорошо, ребята, 1, 2, 3, 4, 5. И там получается, наверное, еще 2 поединка. Ну, Лига Сёгунов 3 звезды, но это в лучшем случае, ребята. Это в лучшем случае, что у нас получится. Так, мы можем с тобой здесь зависнуть. Так, надо немножко хлебнуть. Чай вкусный. Каркадешный. Так, ну и Рокстеди, соответственно, падает. Куда ему еще деваться? Он тут один. Против Супер Шреддера шансов вообще выжить у него нету. Ну да, Сёгуна 3 звезды, и это все. Потому что последний, ребят, по-моему, поединок у нас сейчас будет. Давай попробуем 16-21 найти. Мы уже находим его. А хотя, может быть, ребята... Да нет, нет, не получится у нас продвинуться дальше. Там как минимум нужно 3 поединка. Как минимум. А у нас бойцов уже мало. Ну и как ты видишь, уже уровень-то у наших врагов 62-61. То есть еще левел поднимаем, и уже там будет почти 65-66. Лига Сёгунов 3 звезды. Помнишь, я тебе говорил про два пропущенных... Ну, не, как сказать, не пропущенные поединки, а два поединка, которые мы с тобой... поиграли с одинаковым количеством кубков. Вот, вот результат, ребят, того, как говорится, шанса на продвижение. То есть мы не получили с тобой, мы застряли. То есть мы на одной точке двигались с тобой, ну, два раунда, две битвы. И это видно, что вот как раз их-то нам и не хватает для того, чтобы перейти в Лигу Мастеров хотя бы одна звезда. Я всячески пытаюсь найти 16-22, но ты видишь, не получается, ребят. Вот, 16-21, и хоть ты тресни. И поединок у нас получается здесь, ну, последний, грубо говоря. Ну, как последний? Еще два бойца, но можно взять 3 отката. И с 3 откатами мы должны пойти попасть в Лигу
В Лигу мастеров, наверное, я так думаю. Предполагаю, надеюсь на это. Но опять же, ребята, это не своими силами. Это при помощи откатов. Как бы, ну, нечестный результат получается. Да и то не факт, что мы попадем, потому что 47-я позиция. Если бы они мне дали 16-22, вот, например, здесь, только не здесь, а еще в том раунде, то, конечно же, все было бы четенько. И плюс еще те два раунда, которые мы с тобой топтались на месте. Тогда своими силами вполне реально, ребята, до Лиги мастеров добиться. А так, 47 ступенек проскочить, ну, ты знаешь, это шанс почти мизерный. 47 ступенек. Это еще на начальных ты этапах можешь пробиться столько, но когда ты уже, извини меня, идешь в Лигу мастеров, это маловероятно. Да, я тебе об этом говорю. Вот, вот они, ребята, вот они, те два раунда пропущенных. Топтались на месте, вот тебе и результат. Если бы мы там получали на один кубок каждый раз, мы бы в легкую бы попали бы в Лигу мастеров. Ну что, давай тогда проходить серию испытаний. Скоро оно у нас закончится. Тут остается, ребята, буквально немножечко. И что? И заберем наши награды. Так, хорош. А зачем ты этого бомбил? Ну, как бы нам и не нужен был этот мутант-белка. Какая сегодня опять, ребята, стоит на улице жарище твою налево, а? Прям невозможно. Я вот прям сижу, у меня прям все, я весь сырой. Так, ладно, нейтрализатор нейтрализован. И здесь нам надо применять уже массовую атаку. У кого есть? Ни у кого нету. А вот, у Лео. Лео жгет. Отлично, и добиваем Джастина. Прекрасно. Что я могу сказать? Ну, вот такой вот у нас как бы буст, друзья мои, был. Так, ладно, забираем здесь награду. Пойдем теперь прокачивать Эйприл. У нас 68 тысяч мутагена. Сразу ей прокачал 3 уровня. 83 уровень она становится. И пам-пам-пам-пам-пам. Донателло ролевой, конечно же, ребята. Давай. Нам нужны вот эти вот слизи защитные очки, блин. Хрен выговоришь. Так, стоп, ну куда ты? Куда ты меня перекинул-то? Давай, так, и 12 номеров. Так, один есть. Второй. И третий. Так, четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Седьмой. Восьмой. Так, нам 10, да, нужно? Девятый. И последний, десятый, давайте. Десятый. Нет, ребята, я ошибся. Нужно 12, почему-то я 10 подумал. Ну все, 12 мы набрали. И прокачиваем до 6-й ступени. Прекрасно. Так, здесь мы забираем награды абсолютно все. И, друзья, наверное, на этом 135 осколков, отлично. Так, сыр нам пока с тобой потратить некуда. Ну и спицы немножко, ну давай потратим ее на Дони. Пицца пока есть, будем прокачивать, ну давай вот этот вот. Так, 4 наушника надо. Зеленая колба выпадает. Так, вот одни нашли. Ну тут сейчас в основном колба этой меня затравит. Угу. Ты наушники не получишь, ты будешь получать колбу. Так, вторые наушники. И последняя попытка. Опять же зеленая колба. Все, ребята, пиццы нету. Покупать ничего не могу. И все. Все, друзья мои. Вот такой вот был сегодня у нас буст. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.